за детей в школах и садах. Примусили детям платить полный кошт проезду. И они, влады города Лазара, будуют ледовый палац, горнолыжный курорт, аквапарк, байдарочную станцию. Они не забылися, что тут живут в Лазаране, что тут живут живые люди, мы с вами. Я за то, как сделать жизнь нашего района лучшим. Я за то, как сделать жизнь нас с вами лучшим. Как тут открывались школы, детские сады, поликлиники, больницы, кафе, рестораны, дискотеки. Как тут отремонтовали, сделали нормальные дороги, можно было нормально жить, нормально ездить. Как не треба было плеваться при спробе поставить машину на властного подъезда. Я хочу, как мы все с вами приклали до этого намагания. Безусловно, не факт, что наши голосы на выборах подлечат. Але я все-таки сподеюсь, что когда мы все с вами разом придем, миновито 25 числа, миновито 25, не 24, не 22 на терминовое голосование, а миновито 25 проголосуем тут за Франтишка Вячорка у Мазурский районный совет, за Владимира Телепуна в Гомельский областный совет, то так оно и будет. Станция Мазур станет лучшим районом города. Мы сегодня будем еще говорить, сегодня будут еще выступать музыканты. Какого числа это все будет, когда вы рассказали? Вот скажите, какого числа? Да, дорогие жители станции МАЗС, я еще расскажу про себя, расскажу свои планы, расскажу, как мы сделаем жизнь легче. Одразу скажу, что я не чиновник, николи там не был, николи им не был обязан. Они меня не купят, не поломают, не наполопают. Я обязательно то, что я обещал, я постараюсь выполнить. А не поколь, я пропоную вернуться до сумной подеи. Просто никак нельзя про это не вспомнить. Тиждень тому назад разбился самолет с керовництвом соседней нам краины, братьей нам краины, славянской краины Республики Польща. Он находился 96 особ, в этом лику президент и жонка президента, Мария и Лев Качинский. В нем находилось все керовництво Республики Польща, все керовництво армии, керовники православной католической церкви. Я пропоную ушановать хвилиной молчания их память.